GT Power, четырехканальный LED-система. Так, начинаю разбираться с блоком. Так, значит, смотрите. Берем мы регулятор и серву. Так, сейчас я выключу. С чего мы начнем? Значит, сервопривод втыкаем в нижний разъем. Регулятор оборотов втыкаем в верхний разъем. И по этой же самой технологии, вот если мы будем так отсчитывать, получается дальше в приемник, также в первый, это сервопривод. Вот, и второй, во второй слот, это регулятор оборотов. Ну и запускаем для проверки. Так, смотрим, значит. Просто мы все воткнули и проверяем. Серво работает. Газ работает. Смотрите, значит. У нас здесь написано на реверс. Мы воткнули. Но он свет загорается при нажатии вперед, а должен назад. Мотор, в принципе, крутится вперед. Значит, мы меняем на моторе в обратную сторону. Получается, газуем вперед. Все, свет не горит. Нажимаем назад. Загорается задний ход. Ну все, значит, с этим разобрались. Единственное, что придется нам немножко с мотором поиграть и поставить его наоборот, а иначе названия не совпадают. Получается, мотор крутит вперед. Вот. Все. Теперь назад. Все. С задним ходом разобрались. Так, можно проверить еще, смотрите, левый и правый поворот. Смотрите, значит, мы берем, втыкаем влево и право мигают, без разницы. Так, проверяем. Едем мы вперед, поворачиваем вправо. Работает. Едем вперед, поворачиваем влево. Не работает. Так, значит, давайте добавим еще нам информации. Вот, когда машина стоит, работает аварийка. Так, вот еще два белых. Сейчас мы втыкаем влево. Все, работает аварийка. Значит, мы едем вперед. Все, аварийка не работает. Поворачиваем направо. Работают одни поворотники. Поворачиваем налево. Работают другие поворотники. Все. Вот. Остановились. Включается аварийка. Повтыкал немножко диодов. Так, смотрим, значит, что загорелось. Это загорелись у нас габариты. Загорелась аварийка. Вот. Значит, что мы делаем? Если мы едем вперед. Так, давайте по-другому. Так. Это задний ход. Дальше. Едем вперед. Поворачиваем вправо. Поворачиваем влево. Останавливаемся. Так, что-то мне вот с этими не нравится. Бри. Вот эти фары должны работать постоянно. Но они мне почему-то не горят. Так, наверное, плюс-минусом неправильно сделан. Так, втыкаем, значит, задние габариты. Все, загорелись габариты. Вот они светят, когда просто габариты. Когда мы едем вперед и потом останавливаемся, они загораются сильнее. Это задний ход. Едем, тормознули. Стопы сработали. Подводим итог. Так, включаем модель. Мигают задние. У нас получается габариты. Сейчас отмигаются. Все, включились. Все. И вперед включился, как говорится, это
туманки включились, вот, и включились габариты. Значит, что мы делаем? Когда модель долго стоит, должна включаться аварийка. Ладно, давайте попробуем поехать вперед. Едем вперед. Остановились. Габариты засветились сильнее. Стоим, да? Поворачиваем вправо. Мигают правые поворотники. Поворачиваем влево. Левые поворотники. Сдаем назад. Включается задний ход. Все. Вот так вот примерно будет. Сейчас дальше какие будут диоды подключать? Это уже, наверное, к модели, чтобы просто уже не касаться и не путаться. Так что дальше смотрим уже, как будет на самой модели. Вот так вот я все дело уложил, распихал. Пока грузится, значит, этот модуль, мигают габариты. Потом загораются типа противотуманные фары сзади. Вот. Если машина стоит, работает аварийка. Вот. Начинаем ехать вперед, грубо говоря. Вот. Аварийка пропадает. Начинаем ехать и поворачивать, грубо говоря. Вправо. Влево. Влево. Так. Сейчас еще раз. Задний ход. Едем влево. Влево поворачивает. Опять остановились. Включается аварийка.